Жирный голод на связи, и сейчас будет страшилка про Леху Хомякова. Да-да, не удивляйтесь. Короче, жил-был Леха Хомяков, все было у него нормально. Стримчонки запускал, видосы снимал про доставку. Разные, в том числе и пешкурьерскую. Вот, на короткие юбчонки смотрел. Все было у него как обычно. И вдруг в один из дней смотрит он в зеркало. А на роже-то у него легкое покраснение такое, как сыпь. Прямо как сыпь такое, небольшое-небольшое. Ну, вроде он думает, ну, ничего, не было ни с кем. Откуда это взялось-то у меня, думает Леха Хомяков. Ну, к врачу не пойду, это мелочи жизни. Сейчас надо стрим вести и все такое прочее. Вот, некогда. Вот. Смотрит на следующий день в зеркало опять. Смотрит уже побольше, уже такое покраснение такое, серьезное такое. Вот, удивляется Леха Хомяков, что такое происходит. Ну, может, выпил много на прошлом-то стриме, может, выпил. Ну, чуть-чуть там, пару литров пива. Ну, бывает. Это, наверное, от этого. Не пойду к врачу. Вот. Потом еще третий день уже смотрит Леха Хомяков в зеркало. Рожа красная, прям вся красная стала. Прям вот не очень красная, но красная такая. И думает, ну и беда какая-то, вроде ничего не делал. Ну, может, загорел чуть-чуть. Ну, бывает, наверное, может, чуть загорел, где-то поездил, на машине катался. Вот, коробки доставлял. Проходит еще один день. Вот, Леха Хомяков не смотрит в зеркало, боится. Мало ли что. А вот через день... Смотрит Леха Хомяков в зеркало, а там рожа красная, а Лехи Хомякова нет. Леха Хомяков умер. Одна рожа красная от Лехи Хомякова и осталась. Вот такая вот, господа, история.